had always been looking for something. I didn't know what it was. Впервые в этом сезоне провели занятия One Team. У нас новые подопечные, пансион воспитанниц Министерства обороны. Такое интересное заведение с прекрасным залом. Мы были очень удивлены, потому что действительно инфраструктура замечательная для того, чтобы заниматься спортом и не только спортом. Девчонки уже не новички. Вот те девчонки из One Team, они уже не новички в баскетболе. Это победительницы CAS Basket и вообще любят баскетбол. Поэтому нам было чуть легче, потому что всегда трудно, когда совсем новички. Они внимательны, они стараются. Видно, что они хотят. Вот, и самое главное, что это им нравится. Когда нравится, это рождает обратную энергию. И поэтому... интересно. Работы впереди много, но самое главное, что у них есть огонь в глазах, они дисциплинированы, так как они все-таки армейки, и они слушают тренеров, они понимают, чего они хотят. Нам было приятно. Тренер говорит: Москва, а все кричат: ЦСКА. Давайте все сюда. Москва! ЦСКА!